Первично было 5 пораженных. Потом, в последующем, еще 2 детей, они подошли с дома. Наши врачи осмотрели и госпитализировали, итого 7 человек. Все, действительно, Вячеслав Владимирович сказал, что 2 находятся в тяжелом состоянии, они сейчас на оперируются. Ситуация на контроле, всем оказывается помощь, будет оказываться помощь. Еще Минздрав, Министерство здравоохранения Российской Федерации уже в курсе. По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Скворцовой Вероники Игоревны формируется бригада. Мы сейчас консультируемся из Санкт-Петербурга. И, возможно, на помощь они могут, ну, сейчас окончательные вопросы мы сейчас решим, и, возможно, и сформируют бригаду, и нам отправят. Врачи наши в школе тоже отрабатывали, те, которые, допустим, имеют, в стрессе находились и так далее. И, в общем, помощь на самом деле везде оказывается. Спасибо.